по-своему слегка. Не буду. Какая тема? Тема то, что на ну, тема экране? Вот техника, которую использую в данном случае Тибор Наги. Это у нас венгерский художник, по-моему, венгер. Вот. Он сначала делает все лессировочными красками, рисунок динамично. И потом потихонечку двигается в сторону светлого. Уже вот я тут замечаю с белилами. На самом деле это очень быстро все делается. За один прием ала прима основные пятна. Вот эти вот дорогие кусочки такие акварельные, ну, по возможности их лучше оставлять. Они дают интересную фактуру. Ну и, конечно, работа по рисунку, по тону. То есть, на самом деле, сохраняя динамику работы. Можно и пальцами, если плавные переходы где-то нужно сделать, можно пальцами это все делать. Вот. Можно кисти потолще брать. Не бояться ничего. Такие продир мазки где-то смелые. Вот. Детали мелкие, они потом доделываются. Но я так вот условно показываю быстро. Ну вот уже по пятнам уже интересно. То есть в абстрактном смысле картина еще непонятно, что там такое с ним происходит. Но в абстрактном смысле она уже красивая. У вас такая новая палитра появилась. Да это я ее сделал, да, вертикально решил испробовать. Как, ну, кстати, неплохо на ней. Интересно. Во всяком случае, для мастер-классов довольно удобно. Вот. И пошли, поехали. Ну и видно, краску все тоже хорошо. Вот. И мы потихоньку к освещению двигаемся. Правда, как хорошо просвечивает. Да. И вот к этим местам очень бережно. То есть я их стараюсь не записывать. Я только точечно работаю светлой краской. Главное по большим пятнам все разобрать. Теперь большие пятна в основном в общем и целом сделаны. И мы можем уже всякую мелочевочку разделывать. Там детализацию. Достаточно в картине несколько
элементов конкретных, чтобы она сработала красиво. То есть минимум детализации, максимум выразительности. Ну, обычно с этими деталями так можно немножко покопаться, более конкретненькими. Ну вот уже окошечко здесь выделилось. Чуть акцентики. Это работа на акценты и на нюансы. Дверь. Такая больше графика, чем живопись вообще. Несколько акцентиков и готово дело. А это снег, что ли, у меня? Да, похоже, снег. Как у Левитана. В марте. Уже травка жуком. Ну, вот эта травка, кстати, вот она. Несколько движений. Можно и пальцем, если что. Главное сохранить смелость. Здесь еще такие моменты есть, как сбивают фон цветом, чтобы связать больше элементами. Вот так вот. Ну, вот это вообще-то кисточкой такой поплоще. Сейчас попробую. Пальцем не плоско? Пальцем нет. Это плоская кисть нужна. Да еще и катоном нужно попасть. Так, вот такой эффект, эффект сбивки фона. Но с этим тоже не переборщить, то есть это надо в каких-то отдельных местах, чтобы фон связался с объектом. И все, остается небольшая детализация элементов. Чего там у нас? Крыша какая-то здесь вот, домика похоже. Графичная форма. Ну там что-нибудь, жовто-блоки нам очень получилось. Жовто-блоки. Где? У вас вот это. А, вот это? А сейчас доделаю. Я же не принтер. Сейчас все сделаю. А может, он и сработает. Вот здесь вот тоже желтенькое. Ну, хотя можно усадить слегка.
Все, дальше работа уже с нюансами. Нечего подкрасить. Нечего подмазать. Я композиционно вертикально сделал, ну. Надо было, конечно, здесь может, какое-то еще одно окошечко придумать. Хорошо, когда это с прозрачным слоем. Здесь уже побелилом получается. Прозрачность теряется. Если стереть. Если стереть, это не. А уже не будет такой, такого эффекта. Ну, можно тоже что-то сделать. Я даже здесь цвета особо сильно не использую. У меня вот кисточка нужна чуть потоньше для. Сейчас попробую найти. Это здесь была. Куда-то я ее задевал, тонюсенькую кисть свою. Неудобно, это не слишком тонкая, конечно. Вот эти вот вертики. Кистоват немножко получается. Такая нужна. А? Не, кистоват. Ну ладно, можем и так сделать. Пару акцентиков расставляем. Главное в таких работах вот акценты правильно расставить. И все, она уже складывается. Ну, кстати, вон. Я так понимаю, что он, скорее всего, заканчивает работу уже мастихиновыми мазочками, движочками такими. Ну, тоже с плотной красочкой. Теневые участки можно тоже прописать. Холодные. С рефлексами. Ну и здесь тоже. Убираем слишком светлое пятно. Рефлексик в теневой стороне дома. Ну, вот такое странное сооружение. Нет, это зрань. Ну, на вкус и цвет приятеля нет. Да, конечно, важно вовремя остановиться в картине. Ну вот, в принципе, потом можно взять мастихин. Ну, не знаю, может быть, это уже лишнее будет. Но я смотрю, он много мастихином работает. На переднем плане можно что-то выделить. Объемность деталей некоторых. Ну, в этой технике не нужно слишком все дорабатывать,
чтобы она свежей оставалась, важно. Главное, повторяюсь, акценты правильно расставить. И все срабатывает. Красивой линии уже белила не хватает. Можно еще покопаться, конечно, со всякой мелкотней. Ну, в общем, сделано.